Книга «Открытым оком», 4-й том, тема Потеряевка, вопрос 1335. Ваши сотрудники в лагере, кто уже несколько лет при вас, меняются ли они в лучшую сторону? Или иначе сказать, годятся ли они вам на замену, когда вас не будет? Или когда умрете, то все дело ваше умрет, как вам пророчат недруги? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Только Бог может сказать, что и как будет после нас. Для нас главное быть верным Ему. Изменения вижу, и опыт набирается у них. Тем более мне Бог дал счастье еще при жизни отойти от тех дел, в которых меня считали незаменимым. Сдал при жизни все позиции, когда еще был в силе и в здравом уме. Я счастливый человек. Мне не надо биться за власть. Мой авторитет всегда был непререкаем. Я его и не держался, а так все получалось, что никто в общем не против никогда не восставал. Если же появлялась душа, которая казалась что-то не так, или он не умел смиряться, он начинал где-то в другом месте бунтовать и быстро скрывался. Мне даже не приходилось его усмирять, он просто сам понимал, насколько мы в разных весовых категориях. Повторяю, что ни разу никто не восставал, чтобы сбросить меня со старосты в общине, с начальника лагеря стана, с преподавателя в университете, с работы в тюрьме, с должности проповедника, даже когда меня ликвидировали из средств массовой информации, то сделали это тихо, просто выгнали меня и ни слова не дали в объяснение. Это все происки коварной московской патриархии, злейшего врага, истины всегда и везде. Мне даже коммунисты столько зла не могли сделать, как эти вырожденцы. Вот характеристика на одного из наших воспитателей, по ней можете уже судить, на что годны наши братья. Характеристика на Савченко Виктора Николаевича, 1973 года рождения. С 1997 года после службы в армии работает в православном детском трудовом лагере воспитателем. Имеет великолепные организаторские способности, добрый, отзывчивый, сдержанный. Пользуется большим авторитетом у детей и у взрослых. Бог дал ему дар слова, убеждения, благодаря чему он многим помог встать на правильный путь. Умный, рассудительный, есть самоанализ, также и правильное разумение поступков других людей. Лагерь «Стан» не получает от государства за все время своего существования, 29 лет, ни рубля. Виктор трудился все 7 лет совершенно бесплатно. Виктора поистине можно назвать бессребреником. Все это время он работал бесплатно воспитателем, учителем, нянькой, прачкой, огородником, пекарем, заготовителем дров. Виктор Николаевич сам пишет стихи и музыку, играет на гитаре и на фортепиано. В лагере вел занятия по Библии и уроки музыки и пения. Нетерпим ко всякого рода фальши, злу и неправде. Смело встает за истину. Несколько лет сотрудничает с Барнаульским СИЗО, работая с малолетними преступниками. Заносит туда литературу и периодику. Это даже делал бесплатно. Это тоже делал бесплатно. Вел занятия в Алтайском государственном техническом университете по изучению Библии по святоотеческому толкованию. Хобби. Любит теннис, лыжи, рыбалку, читать, плавать, астрономию. В общем, это человек разносторонних интересов. Он не просто плавает, но и многих детей за 7 лет научил плавать. И так в каждом своем таланте. Он увеличивает его, дает ему приращение через посев добра, детских душах, аккуратный и исполнительный в работе, человек обязательный, что сказал, то обязательно выполнить, честный, вредных привычек, таких как табакокурение, пьянство, воровство, сквернословие, не имеет, не жадный, дисциплинированный, имеет большую силу воли, не женат, не только в прошлые времена, а особенно в нынешнее время, такие люди на вес золота, в должности учителя, воспитателя молодежи, начальник лагеря стана, Лапкин Игнатий Тихонович, старший воспитатель Приходько Наталья Николаевна, 20 июня 2002 года. Когда вокруг меня сдвигаются теснее гнетущий круг борьбы, сомнений и невзгод, и громче слышится мне голос фарисея, и стон страдающий мнетней меня зовет, когда смирением, как нищий, подаяние, я любви молю и нахожу кругом злорадный смех слепца, над святостью страдания, глумление пошлости над светом и добром. Я мир вдвойне люблю, и не огонь презрением, не малодушный гнев мою волнует кровь, а пламенный порыв святого сожаления, святая, чистая, прекрасная любовь. Мне жалко их больных, окованных цепями, враждой безжалостной, озлобленных людей.
1884 год, Надсон.